Your phone to this TV. Simply select Chromecast on the main menu. Всем большой привет! Всем салам, привет! Спим? Вашему я должна спать. Знаю, видите ли или нет, но у меня как бы солнышко светит. Так что не до сна сейчас. Что за анаконда? I'm speak English badly, but sometimes I can speak little bit English. I learn, but my English is not good now. Машина убийца. Это, короче, Коннектикут это рядом с Нью-Йорком, где-то в 2.5 часах езды. Так, мадлоба, гай, харет. Мадлоба. Лука, что давай, не шути. Мухьем, но мой чеченский не такой хороший. Я сейчас в Америке нахожусь. Ту картулат мцер, картулат пасу, хоп, трусулат мцер, русулат, инглисурат, инглисурат, аба... Схой на зеро гуру пасухе пхалс. Мераба, Наслсон. Да туркулат. Я и так поменяла свою весовую категорию. Вот, я сейчас выступаю в 57 килограмм, а раньше выступала в 51, в 61. Чуби ар макданыш нули, ар витирот смек неба, джиробит. Ай, мужчина. Да, будем болеть за Мерди. Следующий бой я не знаю, когда. Так что посмотрим. Thank you so much, I am fine. Я разговариваю на всех языках. Я пытаюсь со всеми поговорить. Вот, чтобы все меня понимали. Турецкий я не знаю, но знаю пару слов, поскольку я жила последний год в Турции. Большой привет вам тоже. Полиглот и Харвар, Маран. Самый на зему метела параки. Я не знаю, когда у меня следующий бой и кто будет моей соперницей, вообще никаких пока известий нету, так что ждите. Все-таки у меня была тяжелая травма, и после нее нужно было время восстановиться. Спасибо большое. Почему это моего будущего мужа должно быть жалко? Я не собираюсь бить своего будущего мужа. Мерди. Короче, у меня тут все болельщики Мерди. Да, завтра будет его бой. Будем за него болеть. Будем защищать свой... Будем защищать... Нет, будет защищать свой титул. Мадлоба. Нет, кабардинский я не знаю. Я знаю хорошо, на которых языках я говорю. Это, естественно, грузинский, русский и английский. У меня в состоянии, так сказать, учу его.
Но разговаривать могу, поддерживать беседу тоже. Но все равно не очень хорошо. Спасибо большое вам за комплименты. Очень приятно. I don't know my next fight because I have my nose is broken and I have a time for my traum and I don't know. Merhaba nasılsın? İyiyim. Вот мой турецкий подъехал. Но у меня это все, на что я способна. Я больше ничего не знаю по-турецки. Сейчас со мной сфоткаться нельзя, потому что я на карантине сижу, в номере, никуда не выхожу. Поэтому вот такие дела. Спасибо большое, очень приятно. Yes, I'm fighter. Будем защищать его титул. Ну, я... Его титул наш титул. Все-таки как-никак. Мы одноклубники, поэтому... Так сказать, за победы и за поражения, и вообще за всю карьеру переживаем всем клубам. Знаю я, ну, скажем так, 3 языка, грубо говоря. Просто я знаю на некоторых языках, там, типа, турецкого, там, чеченского и так далее. То есть я где-то знаю приветствие, спасибо и какие-то элементарные. А так я не разговариваю на других языках. Таджикистан тоже, салам, бапеш. Ну, вот даже бапеш знаю по-персидски. У Дианы будет бой в эту пятницу, получается, 9 числа у нее бой. Ну, у вас в России, походу, 10-го, но по американскому времени это, получается, 9 число. Таджикский язык не знаю, но знаю бапеш. Ау, мегрули арвитси. Сомхурат Боре Вонсес. Твилиши Арвит Сиджерджиробит. Мартла Арвит Вервиткуй. Джерджиробит Ара Перегадачкот или Армакта Верчамуведи. Ча укуе гахснили гахта сакартвело, машин роца укуе Америка ши чамуведи. Да минто да чамусло санам чамуведи ди Нью-Йоркши, мара вермост. Эро чамуведи машин гаехсна да. Ати укуе Арвит Сиводи чамуал. Я отвечаю на нормальные вопросы, на личные вопросы какие-то я не отвечаю. А какой у вас такой вопрос, на который я не ответила? Как возможно попасть в Бруклин или в Лас-Вегас? Нужно сделать визу и с визы прилететь сюда. Даже не знаю, как еще можно сюда попасть. Главное, чтобы была виза. Я сейчас в Коннектикуме. Спасибо большое, спасибо, очень приятно. Арвити, Арвити роди чамуал твилищи. Амтухару джерджи роби твервит. My favorite fighter. No, no. I have... more fighters, I like more fights, but favorite, I don't have favorite. Спасибо большое, очень приятно. Узбекистан тоже большой салам. Так, так, так. Всем большой привет. Еще раз салам, привет.
Я немножко перемотаю. У вас столько всего. Замуж. Как я могу планировать замуж? Я не знаю. В моем понятии выходить надо по любви. Когда ты готов к этому, завести семью, быть ответственным за это. Поэтому типа, захотела и вышла, у меня такого понятия нет. Так. Я грузинка. Данди димадлоба, мара. Катам кауста держиробит сул. Дауди варики такит зборебзе да арминда ехла. Захли ром аудис цантнелия, захлит мокзе уруба. Нет, я грузинка. Нет, я не была в Зугдите, к сожалению, пока что. Хотя меня приглашали туда, но как-нибудь поеду. Если что, я мигрелка не с Зугдите, а с Абхазии. Поэтому мне как-то не доводилось туда поехать. Та, диди моя отлома. Кайхальт, кайхальт. Так, сейчас пожаловаться, скрыть. Какого парня я хочу видеть с собой? Во-первых, я хочу видеть своего мужчину, настоящего, сильного, морально ответственного за свои слова, который сказал, сделал. Да, у меня много требований. Вот, поэтому, наверное, мне будет сложно в жизни определиться. Вот, поэтому моим требованиям я хочу, чтобы он соответствовал. Но главное, чтобы любовь была. Yes, Diana's fights in Friday. Дастин Порье или Майк Чендлер, разве они должны драться? Насколько я знаю, у Порье должен быть реванш с Конором, а Чендлер должен драться с Оливейрой за титул, насколько я понимаю. То есть, поэтому я как-то не рассматриваю пока что этот бой. А насчет Майкла, я, честно сказать, я немножко в шоке, что ему так быстро дали титульный шанс. Я, конечно, понимаю, что у него была крутая карьера в Беллаторе, но UFC это UFC, и этот вес очень самый конкурентный, я считаю. И сразу после одной победы над Хукером давать титульный бой, я считаю, как-то слишком рано. Оливейра базару нету, конечно, заслужил, он очень крутой боец. Вот, но не знаю. Я не могу судить о Чендлере, пока он не проведет пару боев в UFC, потому что все-таки бойцы UFC это другой уровень бойцов, нежели чем в Беллаторе. И говорить о его уровне, я думаю, стоит уже потом, после того, как он проведет пару боев в UFC. Yes, I speak English, but not good. I don't know where my next fight. Какой мой любимый фильм? Мой любимый фильм. Ну, один из моих любимых мне сейчас в голову приходит. Это «Остров проклятых». Я люблю такие детективы, странные, непонятные, очень интересные, немножко страшилки. И вот просто замечательный актерский состав и очень интересный фильм.
что «Остров проклятых» — это один из моих таких топовых фильмов. Я москвичка, конечно, у меня есть подруги в Москве, у меня их много, я вам больше скажу, там выросла, училась, конечно, у меня там есть друзья. Я в Америке, я не живу тут, я приехала на сборы, и я тут второй месяц. Island в переводе на русский язык — это остров. А Fight Island — это бойцовский остров. Это просто перевод с английского языка. Со-со, привет, Рогурахар. Немножко перемотаю, очень много всего. Не успеваю на все прочитать, ответить. Ара десерт товар дат арт да арт замарм ас сам тухарот. Почему вы говорите насчет Оливера или Порье? Я не понимаю. Оливера против Майка отменилась или Порье против Конора отменилась? Что происходит? Почему вы мне говорите про эти бои? Может, я немножко выпала из новостей в ММА, но вроде пока что было все так запланировано. Так, я немножко запуталась, тут много всего. Короче, я начну с новых комментариев. Так, мне 26 лет. О боже, уже 26. Алоза Камьюрт. Ну вот, посмотрите фильм «Остров проклятых», один из моих любимых. Советую. Если захотите похожий фильм на «Остров проклятых», то есть еще «Лекарство от здоровья». Но он не такой крутой, как «Остров проклятых». Дом грез. Сейчас заскриним. Обязательно гляну, потому что мне в таком стиле очень нравится смотреть. Люблю. Так, сейчас я опять. Don't listen. Georgian language, speak little English. This is not only Georgian, this is Russian Georgian. I speak. No, I don't speak Persian. I know only Bopesh. Так, камарджоба, камарджоба, гай харит. Я жила в Ясенево, в Москве. Кто больше всех бесит в промоушене, в UFC имейте в виду. Ну, прям такого, чтобы меня прям кто-то бесил, прям такого нету, честно говоря. Даже задумалась, кто же меня бесит. Ну, есть не очень приятные девочки, но как бы я не трачу на них свое время. «Остров грез» я обязательно сегодня посмотрю. Спасибо за рекомендацию. Нгано, не знаю, кто-нибудь остановит или нет, но он вообще машина, конечно, еще та. Ару и Тироди Смахс Чхуби, сам Тухарут. Так, давай мы тебя заблокируем. Потому что мне нравятся бои, я хочу этим заниматься, это моя работа. Поэтому телеграм-канал, который Лиана Джоджо Тим, это чисто мой телеграм-канал. Там только мои
Короче, там только та информация, которую я хочу дать, там, типа, видео, музыка, которую я иногда слушаю, вот, фотки кидаю, чтобы у вас в нормальном качестве были, информация какая-то новая. Так, о, ауцилеблат, тугаму мило, ауцилеблат, гест умребит. Да, диди мадлова. Мом целит. Да. Тугаму мило, ауцилеблат, мова. Вес у меня какой, не знаю. Неприлично спрашивать девушки ее вес и возраст вообще-то. Не поняла вопроса. Мой инглиш еще не настолько good, чтобы я на все вопросы отвечала по-английски. Шаурма мигор сабара. Чама мигор. Был ли бой, чтобы я испытывала сильный негатив к сопернице? Честно говоря, нет. От такого прям личного какого-то такого не бывало. Но после боя, из-за некоторых поступков своих соперниц, именно после боя, у меня поменялось мнение, потому что не все спортсменки повели себя как настоящие профессионалы и нормальные, хорошие люди. Вот, и к некоторым у меня именно после боя, так сказать, такое прям отвращение как к человеку появилось, потому что, считаю, профессионал и хороший человек так себя вести не может. Вот, а до боя, честно говоря, у меня никогда не было такого, чтобы у меня негатив был к сопернице, что я ненавижу или еще что-то. This is Russian language. My, I don't know who is it. Православная христианка? Нет, Инстаграм я веду сама. Возможно, мне какие-то иногда нужна какая-то помощь в редактировании, там, видео и чего-то еще. И некоторые люди мне помогают. У меня еще есть другие соцсети, типа Фейсбука, Твиттера и так далее, там бывают мне люди помогают, вот, а так в целом все-таки все делаю я сама. Я не знаю насчет реванш, пока что думаю, что о реванше пока нельзя думать. Вот, потому что она на серии побед, она зашла в топ-15, поэтому пока мне надо выиграть следующий бой, дальше будем смотреть. Спасибо, я обязательно маме привет передам. От нас тоже большой пламенный привет всей семье. На самом деле мои родители художники, мой папа художник. Как вы угадали. I'm fine, thanks. Почему вы задаете личный вопрос, считаете, что это нормально? Гамар джоба. Название фильма, которое я говорила, было «Остров проклятых». ЧБД я тоже очень люблю, смотрю постоянно. Сакартвело щит, пилищи в цауруб.
Тбилиси любит. Гамар Джоба. Давайте я немножко... Ой, как солнце светит. Чувствую себя вампиром. О, слишком много света. Ну, честно говоря, тут особо не на что смотреть. Короче, это место, где, типа, казино разрешено. Вот тут это огромная парковка, по-моему, четырехэтажная, что ли, что-то такое. Ну, короче, она очень большая, огромная. И там еще парковка, это я не знаю что. И, в общем, вот это здание самого отеля. По-моему, тут два отеля. И прикол в том, что в этом отеле он очень большой, есть молл. Помимо молла есть казино, все эти азартные игры. Тут они разрешены. И в Лас-Вегасе тоже, но тут и в Атлантик-Сити, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, тут тоже они разрешены. Вот. Короче, сюда все приезжают, чтобы поиграть в казино. Ну и Беллатор свои бои проводит. А, я теперь поняла, почему тут Беллатор свои бои проводит. Блин, я сейчас вообще все доперла. Почему в Лас-Вегасе проводят UFC? Почему тут в Коннектикуте проводят в UFC? Потому что тут абсолютно другие, короче, законы. Тут больше можно. То, что в остальных штатах нельзя. Вот. То есть в остальных штатах запрещены, как это называется, казино. Тут это можно, и, короче, тут свои правила. В общем, такая странная штука, только сейчас об этом догадалась. Доходит до меня какая-то жирафа. Так, тут очень много сообщений, ничего не успела. Вэйли Жан, она вообще 52 килограмма дерется. Это вообще не моя весовая категория. Конечно, Тамби. Не, Шербаков, конечно, тоже крутой, но Тамби это вообще это один из моих самых любимых юмористов. Мераби Эхлотс, Авида Лас-Вегаси, да Лас-Вегаси в Артишопс, Эртвешун Дабдзола Кондес, да, короче, и кайс. Самый грелущий сам Тухару Арвар нам опи. Я не умею играть в казино, но я настолько азартный человек, что слава богу, что я не умею, потому что я пойду и все свои деньги проиграю. Лучше мне не учиться. Посмотрим, как жизнь нам даст. Покажет все. MMA-ствует, ладно, сауките суарис, туда искрепт MMA-ты. И митро, укое MMA-арис, им доне бде каргат гавитаре булуру, шо гидлият пирдапир MMA-ты дайцут. Адрей омагит проблема, мара эхла арарис. Мара, иси рогит храт майнц авирчевди тавису полчи даубас, и митро дзан конкурентуре да дзан злири. Спорты арис да, табишполи чида обидан, я убираю дайцут. Тамби вообще бывший спортсмен, по-моему, дзюдоист. Он вообще пушка. Аманда Нунес. У меня такое мнение, не что, но это не мнение, это факт. Она очень сильный спортсмен просто, вообще.
очень крутая, очень сильная, всесторонне развитая, очень сильный удар, физически очень мощная, большая. Короче, думаю, еще долго ее никто не свержнет, не сможет сверкнуть, короче, с ее трона, вот что я думаю. Spanish, no. Так, я опять немножко помотаю. Очень много вопросов. Я не успеваю все прочитать. Иногда думаю, что слава богу, потому что некоторые вопросы вообще меня убивают. Молодец. Диана в своем номере. Нас расселили в разных номерах. Что как-то так. Так, может, у вас есть какие-то нормальные... Офигеть, я сейчас вижу 91 запрос на видеозвонок. У вас все нормально, пацаны? Так, 99 вопросов. Ну, давайте попробуем, когда замуж. Все, я уже перехотела. Я такая открываю, думаю, отвечу на ваши вопросы. Я сейчас открываю, думаю, перехотела. Короче, ребят, у вас такие вопросы, я прям сейчас открыла, я думаю, офигеть. Ладно, давайте без вопросов. Короче, я могу вопросник создать, типа, отвечать на вопрос. Все равно в карантине мне делать нечего. Поотвечаю так, может, что-то выберу. Но я вас по-братски прошу, очень по-братски прошу. Напишите нормальные вопросы. Я читаю, вообще я в шоке. Особенно ваши личные вопросы. Нравится ли этот, нравится ли тот? Выйдешь ли замуж? Парень ли есть? Это все. Вы понимаете, что это личные вопросы, личные. Я на них не отвечаю. Сколько раз можно вам это повторять? Так, ладно, сейчас немножко перемотаю. Ну, в общем, все понятно с вами. Да, вашей маме зять не нужен, и в таком духе, короче, у меня вопрос. Новый бой у меня пока не намечается. Я не знаю, когда будет мой новый бой, вот. Поскольку у меня был сломан нос, мне нужно было время, чтобы отдохнуть, восстановиться. Реванш с Магой Исмаилом. Не знаю, как буду в Москве, обязательно верну ему долг. Обожаю своих подписчиков. Нет, мы пока не собираемся к вам. Честно говоря, пока вообще никаких планов по поездкам, ничего нету. Вот. Как-то, короче, на одном месте сидим, в общем, в эти тяжелые карантины. Ну, одна я, конечно, лягушка-путешественница, туда-сюда прыгаю. Вот, а так в целом в одном городе.
А вы как мои фанаты, мои болельщики, я отвечаю на много разных вопросов касаемо моих тренировок, касаемо питания. Короче, я отвечаю практически на все вопросы, кроме моих личных, то, что мое личное. Еще раз повторю, я это никогда не выношу и не буду выносить. Личное, как бы это банально ни звучало, личное остается личным. Поэтому не хочу замуж, потому что у меня нет такого понятия, что вот ты вот захотела замуж, взяла, вышла. Вот. Выбрали тебя мужа, и ты взяла, и пошла, и вышла. У меня нет такого. Если я собираюсь замуж, значит, это человек, которого я действительно люблю, в котором я уверена, что у меня будет хорошая семья, все будет хорошо и так далее. Ну, гарантии, естественно, никто не дает, но хотя бы, что у меня есть чувство, и мне приятно быть с этим человеком и строить с ним семью. У меня такие вот жизненные позиции. Я хочу вот постараться, по крайней мере, раз и на всю жизнь. Вот, а вот как попало, я не хочу выходить замуж, тем более потом разводиться, еще раз замуж выходить. Я к этому вопросу подхожу серьезно, поэтому, может быть, поэтому я и не хочу замуж. Ну и плюс мне рано еще. Куда вы меня гоните? Не знаю вообще, зачем гнать людей замуж. Что хорошего там? Стираешь, убираешь. Сражаешь. Короче, прислугой бесплатно устраиваешься работать. Зачем? Да, у меня была на носу сечка, но я не знаю, что вы ее не видите. Может, из-за фильтра, но, в общем-то, вот она еще блестит у меня. Сечка-то есть у меня до сих пор. Достаточно большая. Yes, I'm watch. I'm every week I watch UFC fights and her fight too. I think this is very good fight. I don't like her, but fight is really good, and I think she fight with very strong girl. She have a strong, good jiu-jitsu skills, and I think this fight is really good. Не знаю, кем бы я была. Наверное, я была бы ветеринаром. Мэраба Турки. Наслсон. Нет, я в Америке сейчас, я не в Турции. Ну, у Крис Сайборг уже был бой против Аманды Нунес, и выиграла Крис Сайборг, но, честно говоря, я бы, конечно, хотела бы увидеть реванш. Потому что я думаю, что Крис Сайборг, очень не подумав, летела на такого опасного соперника, как-то на эмоциях. В общем, я бы посмотрела реванш. Access your movies, shows, subscriptions, and more on this TV. Just like at home, you can now cast your favorite from your phone. Да, хорошо, гуляет она сейчас в Тбилиси, ей там нравится, она домой приехала, откуда я ее забрала к себе. Короче, Шовда кайфует, хорошо живет. Охотится каждый день, приносит всякие гадости домой, всяких там жуков, кузнечиков. В общем, у меня очень странная кошка, Шовда, настоящая охотница. Да, но зачем тогда прямой эфир делать, если лень рассказывать? Мне поболтать хочется, поэтому рассказываю. Вот так.
Это не канал, это вообще, я пытаюсь подсоединить свой телефон к телевизору, но мне не получается, и он просто вот стоит. И пытается мне объяснить, как мне законнектить, но у меня не коннектится, короче. Какая мне разница, во сколько женятся цыгане? Просто скажите мне, какая мне разница, во сколько женятся цыгане? Я не цыганка. Да даже если вы мне скажете, а вот грузины женятся в таком возрасте. Да, я грузинка, но это не значит, что все поголовно должны так выходить замуж. Каждый человек выбирает для себя сам свою жизнь, когда он хочет жениться, не жениться, выходить замуж. Короче. Ух ты. Видите, фильтр глаза меняет. Короче, вы не сдаетесь. Я говорю, что, короче, не хочу. Остальные давайте не сдаемся до конца. Жива? Честно вам сказать, я не знаю, кто выиграет, но я могу точно сказать, что на Маюнас очень нестандартный боец, очень умный, с хорошим боксом. И поэтому я не знаю, кто выиграет. А Вэйли Жанг, в свою очередь, я хочу сказать, что она просто пахарь. Вот, она именно пахарь. И все бои, которые она выиграла, она не то чтобы она талантливая или у нее там какая-то хорошая суперстойка, она просто очень пашет. Вот, и все свои бои она вот так выигрывает. В Армении я, честно говоря, не была. Тони or Бенниел. Good fight, I don't know. Мираба. I'm speak. People write me Georgian, write me Russian, and I speak in this language where they write me back. Я знаю, уверена и очень сильно болею за Мехди. Думаю, что он выиграет. Будем болеть за него. Вот. Очень хотелось бы, чтобы он выиграл. Думаю, вы сами понимаете, какой он хороший спортсмен, кто видел его бои. Твои проблемы. Никто тебя не заставлял ставить. Не понимаю, это старый вопрос или что? Я меломанка, я слушаю абсолютно разную музыку, я слушаю абсолютно все, что мне понравится, и мне все равно, кто этот исполнитель, на каком языке, классика, рэп, народная музыка или вообще все, что угодно. Короче, я слушаю абсолютно все, что мне понравится. Я меломан. А кто такой Энзор? Запит Магомед Шарипов. Так. Короче, я хочу уже потихоньку заканчивать этот эфир. Spanish I don't speak. Sorry. Так. Короче, давайте потихоньку буду заканчивать эфир. Я отписаю сейчас от тебя. Обидно.
Ну, Порье отказался от титульного боя, потому что бой с Конором намного прибыльнее и деньги, поэтому он отказался. А чемпионом он уже был. Он выбирает деньги, вот и все. Да и сами посудите, если Порье выиграет опять Конора, ему опять дадут титульный бой. По сути, он не отказался, он просто перенес его. Поэтому... Ладно, короче, пойду я, а то мне уже так вкусно. Спать хочется. Блин, так быстро пишет, я не успеваю. Ладно, все. Короче, все, пошла я спать. Ой, я не спать пошла. Короче, отдыхать я пошла. Спасибо за беседу, было приятно поговорить. Попробую еще как-нибудь выйти в прямой эфир. Давно не выходила. Давайте, всем пока. Спокойной ночи у кого.